Александр. Сейчас мы выйдем на сцену, посмотрим, что там. Что там у нас вообще на сцене? Выходить с любой стороны даже. Ого, я просто спасибо. Боже мой, как красиво, а? Боже мой, смотрите, что тут есть. Наушники. Серегу тут бегают. Не знаю, куда приткнуться, да, Серег? Дайте дырку Сереге воткнуться. Вот такие дела у нас тут. Питер, привет. Иглов шоу. Сейчас буду в прямом эфире, представляете? 3 минуты. А это прямой эфир будет? Это сейчас будет. А, мы со звонким. Хочешь в эфир выйти сейчас? Я могу испортить эфир. Не, ничего? Не, ничего себе испортить? Ну. Андрей говорит, что может испортить, но ты вырубишь. Давайте мы будем в эфире есть эфир. Сейчас будет магия. Сейчас будет эфирная магия Love Radio. Сейчас я тебя обрадую и обрадую всех слушателей Love Radio в Санкт-Петербурге, потому что у нас есть эфирный сюрприз. Эфирно-зефирный. Это Андрей Звонкий, который прямо сейчас с тобой будет вести беседу. Готов? Алло, алло. Да. Привет. Добрый день. Доброе утро у нас пока получается так. Сегодня уже мы находимся в Москве. Это не Питер, это Москва! Москва, здравствуйте! Я очень люблю это все. Обожаю сниматься, ты же знаешь, да? А ты так будешь? Сейчас буду учить танец. Прямо сейчас. Прямо сейчас? Сейчас я выучу, и потом мы его воспроизводим на сцене. 5 минут? 5 минут. Так делают профессионалы. Мы не готовимся заранее. Гад, это что, Андрей Звонкий Channel? Я передаю всем слушателям, подписчикам привет. Я сегодня на вот таком настроении. Это послание Андрею в будущее. Я тебя очень люблю, ты прекрасный, талантливый человек, музыкант. Всего тебе самого наилучшего. Вы знаете, что Андрей самый стильный артист в стране? А, это все. У Андрея есть блоги. Теперь да. Теперь блогер? Я обожаю уже. Да нет, никуда блогер. Так, я пытаюсь. Это хобби. Здорово. Здравствуйте, дорогие артисты. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. О, скрытая камера. Привет. Наш друг друга. Привет. Ой, тут все. Оделись. Чего? 90 фонтанов. А сегодня сколько? Сегодня, сказали, мы все на год вперед отработали. Сегодня будет больше, да? Или все? Все, ты нас был и все. Я надеюсь, что ничего не будет. Я чуть гитару вчера не выронил на этих фонтанах. Так страшно. Да все, ну звездами стали. На сцене поют. Знаете, вчера было 12 фонтанов. У меня ни одного не было. Ну, у тебя сколько фонтанов было за всю карьеру, представляешь? Надо сказать, что вы смотрели влог Андрея. Он, конечно, не блогер, но смотрел. Там какой-то микс уже был, да? Нам, наверное, просто не было на чеке, да? Да. Там что-то
Человек. Обычное дело. Я просто отхожу, я на самом деле еще там не это. Вы знаете, такие все кружком ставят? Ну что сказать, Андрюха, как всегда, раздал стиле. Вы видели, в каком пиджаке? Это же просто топчик. Поэтому танцевал, что тоже немаловажно. Двигался как надо. То есть топчик the best. Это лучшее, что я видел когда-либо. Да, это лучший танец вообще, который я когда-либо станцую вообще в этой жизни, наверное. Тем более, я его повторил еще перед выходом, понимаешь, такого вообще никогда не было. А что в Казани ждать тогда? Вообще будет. Дамы и господа, мы готовы к взлетам. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, подтянуты по размеру. Ну что, сегодня проведите день со мной, мы летим в Казань, друзья. Hello, Казань, big love show. А почему мы разговариваем так, как будто мы иностранцы? Потому что мы типа иностранцы, да. Мы просто типа иностранное музло делаем. Маньяко. Маньяко, да. Простые слова, такое, так мы поем. Простые слова. На самом деле, мне кажется, знаешь, если бы мы так пели, нас бы точно бы захотели. Я читаю комментарии, там через комментарии. Господи, берите этих уродов. Уродов, которые петь не умеют. Ну, мы сейчас, мы вообще куда летим? Мы летим в Казань. Летим в Казань. Я держусь, я держусь. Но мы, правда, не успели поспать. Мы с тобой болтали весь полет. Ну, ночью я поспала чуть-чуть. Мы, да, проболтали, я просила Андрея на уши. Ну, или он мне, кто был первым. Кто был первым? Кто присел на уши кому? Короче, мы как бабки на скамейке обсудили. Всех обсудили, вообще все обсудили. Раньше рэп был, да. Вот это был рэп. Вообще музыка раньше была намного лучше. Да. Короче, все, стареем, сдаем, гнием. Парни. Yes. Казань, всем приветик. Приехали в отельчик. Кайф. Кайфово. Сейчас пойдем в отельчик, скинем шмотки, пойдем на саундчек. Так, друзья, Казань нас встречает вот таким прекрасным номером. Опа! Супер! Просторно, можно устраивать просто вписки в этом номере. Что с погодой у нас сегодня здесь? Что там вообще происходит на улице, ребятушки? О, красиво. Красивешно. Сегодня же выступление. Но это, я хочу сказать, нехилый гонорар. Как бы лишний здесь бонус. Это сегодня мы так будем петь. Мы ищем много звук, просто начинаем петь. Мы всегда перед концертом ищем много звук. Разве? Да, отлично. Сейчас самый интересный момент. Вот уже назвал режиссер, услышим его голос. Короче, сейчас будем чекаться и... Потом пойдем в отель отдыхать и увидимся сегодня на Big Love Show. Только самые яркие чувства. Это Big Love Show. Ну, видишь, баллы за диджея у нас. Видишь? Что-то там включают. Учит его как надо. Молодых учит. А ну дай, а ну покажи, что там. Закончился саундчек. Да, Юр? Закончился? Все, мы можем ехать, да? Все, мы гоним в отель. Есть. Будем в пивовар. Я потерял, точнее, свои наушники. Или забыл в отеле, не пойму, не могу найти. Сейчас мои запасные. Будем решать вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok.
спасибо, что были со мной в этот день. Сегодня мы в Казани, мы завершаем наш влог, блог, смог. Поэтому всем спасибо, увидимся.